Я очень люблю поклоняться, и так бы не хотелось бы никого отпускать, но мы сегодня временем немного ограничены, поэтому хочется сказать больше, поэтому сразу к делу. Сегодня будем говорить о дарах Духа Святого, и мы будем продолжать. Кто-то был в предыдущий раз, когда мы говорили о первом направлении, слава Богу. Мы говорили о даре слова знания, даре слова мудрости и развлечения духов. Сегодня мы будем говорить о других трех дарах. Давайте мы прочитаем первое послание к Коринфянам, 12 главу, с которой начнем. «Дары различны, но дух один и тот же, и служение различно, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Аминь. За дарами Духа Святого стоит Бог. Аминь. Слава Господу. Итак, мы будем сегодня говорить о второй группе даров, в которую входят вера, дары исцелений и чудотворения. Эта группа даров еще называется дары силы. То есть это та группа даров, через которую действует Божья сила. И мы начнем с дара, который называется дар веры. Немало людей Божьих действовали в дарах силы. И мы знаем таких, как Лестер Самрал, Кеннет Хейген, Кэтрин Кульман и тому подобное. Но мне нравится слушать свидетельства служителя вот нашего времени. Может быть, кто-то о нем слышал. Дэвид Хоган. И он... такие свидетельства рассказывает, что когда я слушаю, я думаю, вообще, я верующий или нет? Неужели это все реально? Он служитель в Северной Мексике, и там нет больниц, там нет хороших магазинов, и поэтому, когда становится плохо, там нет возможности вызвать доктора, позвонить санитару. Там вся надежда только на Господа. И вот он рассказывает, что он служитель уже в 8-м поколении, внуки у него в 10-м поколении. И он говорит, рассказывает о том, вообще начинает проповедовать, а в принципе все заканчивается одними свидетельствами. И вот он рассказывает, как они однажды собрались поехать в Америку, просто приехать в штат, откуда он родом. И он говорит, мы по обыкновению все деньги свои раздали, всю еду раздали, всю провизию, все отдали. И утром садимся в машину, и говорит, мне жена говорит, Дэвид, а ты денег оставил? Он говорит, нет. Говорит, а как мы будем машину заправлять? Он говорит, не знаю. Говорит, тогда жена взяла платочек, закрыла вот этот вот спидометр, где показывала, сколько бензина. И на платочке написала полный бак. Говорит, поехали. Говорит, чтобы доехать до места, нужно было сделать две полные до заправки. Я, говорит, пару раз попытался, говорит, рукой, говорит, убрать этот платочек. И каждый раз, когда, говорит, я тянул руку, она мне постоянно била по руке. Говорила, не разрушай мою веру. Мы, говорит, доехали до штата Техас. Без единой до заправки. И когда доехали уже до самого места... Говорит, я убрал платочек, и там сколько было бензина, столько и осталось. Дар веры. Понимаете, когда слышишь такие свидетельства, я искренне говорю, вот либо просто надо не верить, что, ну, врешь ты, брат. Либо если ты говоришь правду, то вообще тогда я неверующий. Такие свидетельства, они мне, я не знаю, как вам, но мне они бросают вызов. Когда я это слышу, у меня внутри что-то поднимается, такое, что говорит мне, я тоже этого хочу.
В смысле, не просто на халяву ездить, а видеть славу Божью в своей жизни. Потому что Бог сказал, что наша жизнь, если мы будем служить Ему, она будет благословенна и обеспечена. Аминь. И он говорит, мы приехали туда, денег нет. Ну, давайте, добью вас уже до конца. Он говорит, в комнате была тумбочка. И вдруг, говорит, я заметил, что что-то, говорит, смелькнуло какой-то свет. Я, говорит, подошел к этой тумбочке. Сначала думал, говорит, что мне показалось. Говорит, подошел, говорит, там пачка сотенных купюр лежит. Говорит, Бог мой обеспечитель. И он задает вопрос. Он говорит, вам нужны деньги? Я сижу, говорю, конечно, что нет-то? Он говорит, а зачем? Зачем? И вдруг я понимаю, что всякий раз, когда я прошу деньги у Бога, я прошу их для себя. Аминь. Мне надо это, мне надо это, мне надо это. Они там, он говорит, мы так вообще не мыслим. Появились деньги, раздали. Туда пришли это сделали, туда пришли это сделали. И у нас, говорит, постоянно чудеса. Потому что нет такого понимания, что мне надо для, вот для этого, для этого. Человек живет Евангелием. Слава Богу. И первый дар – это дар веры. Несколько тезисов об этом даре я расскажу. Как я уже сказал, что дар веры является одним из величайших, как считается, даров этой группы. Дар веры – это сверхъестественная вера или уверенность, которая приходит от Бога для принятия чуда. То есть дар веры – это сверхъестественное проявление Святого Духа, которое дается, во-первых, после крещения Святым Духом, во-вторых, по усмотрению Святого Духа. И также дар веры – это сверхъестественная уверенность, благодаря которой сказанное человеком или желаемое человеком, или то, что сказано Богом, в конце концов осуществляется. Дар веры – это наша пассивная вера, благодаря которой что-то происходит, во что мы верим, что мы произнесли, или то, что сказано Богом. Я хочу также сказать, чем не является дар веры, потому что можно спутать, о вере очень много написано. И есть на самом деле четыре вида веры. Есть вера спасающая, да, мы читаем в Римлянам 10 главе написано, что «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Божий». Да, то есть вера, которая ведет нас ко спасению, которая от слышания, слышания от Слова Божьего. Потом есть вера, которая есть у всех верующих, просто вера, мы верим, да? Римлянам в 12 главе написано, думайте о себе скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть у каждого есть своя вера, есть общая вера, да? И есть плод Духа, вера. В Галатам в 5 главе написано, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Кротость воздержания. И в греческом оригинале этот плод веры называется не верой, а верностью. И если плод Духа, верность, предназначение, предназначен для развития христианского характера, то дар Духа, вера, он дает сверхъестественную силу в жизни верующего. Для чего он нужен? Во-первых, для сверхъестественного обеспечения. Как они, или как этот дар, он действовал во времена Ветхого Завета? Например, в жизни Илии во время голода, 3 Царств, 17 глава. Написано, что было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока, что против Иордана, от этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и оставался у потока, что против Иордана, и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру. Из потока он пил. Бог дал Илии сверхъестественную уверенность, и при этом он ничего не делал. Это пассивная вера. Когда не нужно провозглашать, когда не нужно молиться, когда не нужно впоститься, когда не нужно что-то еще делать, но это вера, которая исходит изнутри, это пассивная вера, и Бог ему сказал, он в это уверовал, и так оно происходило. Бог сказал, вороны тебя будут кормить, они будут приносить тебе мясо. И по сути это вообще нереально, чтобы вороны, они приносили мясо. Вы согласны?
Но они ему приносили, и он питался. Сверхъестественное обеспечение. Я неоднократно слышал, что Бог сверхъестественно обеспечивает людей. Я не помню, по-моему, ваш пастор рассказывал, да, про корзину с фруктами, да? То есть, ну, неоднократно я слышал свидетельство, когда просто помолились, и пришло успокоение, спокойно, жди. И вдруг кто-нибудь постучится, либо деньги принесет, либо покушать принесет. Но знаете, чем это спровоцировано? Чаще всего нуждой. Когда есть на самом деле нужда, и когда есть на самом деле молитва искренняя к Богу. Также дар веры, он для сверхъестественной защиты. Даниил принял чудо, когда был во рве со львами. Даниила 6 глава. Не буду читать, думаю, что все помните это место, да, когда Даниила бросили в ров со львами, и пришел царь на следующий день и сказал: «Жив ли ты, Даниил?» Он говорит: «Все нормально. Я тут хорошо со львами отдохнул». Что это было? Это был дар веры, уверенность. Это была уверенность сверхъестественная, что все будет нормально. Он был уверен, этот дар веры позволил ему. Вы знаете, что, ну, история говорит, очень многие были вообще бросаемы в клетки или в ямы с животными. И они были пожираемы, они были убиты. Но у Даниила из-за дара веры было спокойствие, и он всю ночь провел на мягкой подушке. Слава Господу! В Библии написано, что Даниил веровал в своего Бога. Иисус спал на корме лодки во время шторма. У него была уверенность. Ученики подошли и сказали: «Тебе дела нет, что мы погибаем». Что он им после этого сказал? «Мало веры». Неужели у вас нет чего? Веры. Веры. Дар Духа Святого, вера. Это Марка 4:40. Дар веры, он также проявлялся или проявляется для изгнания нечистых духов из людей. Экзорцизм. Для изгнания духа должно действовать, ну, больше, чем один дар. Вначале проявляется дар развлечения или слово знания. А вместе с этим приходит и дар веры. Для того, чтобы повелеть, сказать нечистому духу. И я все время, когда об этом говорю, я не знаю почему, но я вспоминаю свои первые опыты в 90-х годах. Они были смешные. И на одной из домашних групп, там было достаточно людей, я был лидером, служителем, я разделил мальчиков и девочек отдельно, и я пошел с братьями молиться, исповедоваться, и, ну, как у нас просто была тогда практика такая, не знаю, наверное, она была повсеместная в 90-х годах. А так как братьев было немного, мы пошли, я, хозяин квартиры, мужчина лет 70, еще один мужчина, стольки же примерно лет, только глухонемой, и молодой парень. Как вы понимаете, за хозяина квартиры молитва прошла. Ну, 70 лет, что там уж грешить можно? Чё? Нормально, помолился. За глухонемого тоже он ничего не понял, помолился, и все хорошо было. Когда дело дошло до этого молодого парня, вдруг у него начались проявления. Прямо реальные проявления. Как в песне Высоцкого: он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он извивался, он говорил не своими голосами. Он падал, как змея извивался. То прыгал на меня, за горло меня хватал. Я испробовал все. Молитву на языках попробовал. И во имя Иисуса попробовал. И чего только я там не пробовал. У меня же, честно сказать, уже даже такая мысль была. Я думаю, сейчас как я врежу ему, что просто вот он упал и все. Вот думаю, сейчас надо, главное, прицелиться хорошо, потому что он мне так уже надоел. А он то бросается, то еще что-нибудь выкинет. И я уже измотался, наверное, часа за полтора, за два. Я так измотался, я говорю: «Господи, все,
я сейчас уже все, сейчас сдаюсь. И вдруг сверхъестественно, видимо, просто Бог помиловал нас. Он, наверное, просто по своей милости. Вдруг приходит резко такое понимание, какой дух. Там, ну, просто пришло. И я повелел этому духу выйти, и он получил освобождение, этот парень молодой. Но вы знаете, когда тот извивался, я смотрел на ту команду, которая рядом со мной была. Хозяин квартиры, я думал точно, что он сейчас крещение на языках получил, потому что он так быстро заговорил. Он стоял, делал так. Глаза были больше лица. Тот, который глухонемой, я думал, он тоже заговорит сейчас. Потому что он все это видел, он в угол вжался. Я думал, сейчас реально заговорить, я думал, сейчас чудо будет. Чуда не было, но парень освободился. Итак, я к чему? К тому, что дар веры, он тоже проявляется для того, чтобы... Вернее, он проявляется для изгнания нечистых духов. В Марка 16 главе написано, у веровавших же будут сопровождать знамения, именем моим будут изгонять бесов. И так далее, и так далее. Также он, этот дар нужен для воскрешения мертвых. В случае воскрешения мертвых действуют все эти три дара этой категории. Дар веры, дар чудотворения и дары исцеления. Наверное, именно поэтому сегодня мы не так много видим воскрешения из мертвых. Потому что ну, мало у кого все эти три дара действуют. Итак, в жизни и в служении Смита Вигглсворта воскресло 14 человек. В служении Дэвида Хогана, о котором я рассказывал, при его личном участии воскресло 50 человек. В его церквях по всей очень много. Там сейчас, чтобы мне не соврать, по-моему, более 500 человек. Более 500 человек. И он рассказывает эти свидетельства. У него есть ряд проповедей, которые называются «Как воскрешать мертвых». И я говорю, когда я слушаю, у меня чувство, как будто я неверующий. Он говорит, ко мне, говорит, принесли ребенка. Ну, он много историй рассказывал. Говорит, пришла одна женщина. И говорит, можешь помолиться за ребенка? Он говорит, хорошо, сейчас проведем собрание, я помолюсь. После собрания. Она говорит, хорошо. Мы, говорит, закончили собрание. Потом, говорит, собрались служителями, начали важные вопросы решать. Когда нужно собирать пожертвования, где должно ведро стоять, во сколько должны убирать полы, мыть. Ну, такие важные вопросы. И, говорит, забыли про эту женщину. В конце, говорит, она подходит, мы уже уходить хотели. Она говорит, брат Дэвид, ты помолиться обещал. Он говорит, а, да, что случилось-то? Она говорит, у меня, говорит, ребенок умер, маленький. Он говорит... А как давно? Она говорит, ну сейчас уже 5 часов. А когда, говорит, я пришла в церковь, было 2 часа. Он говорит, а что ты, говорит, сразу не сказала? Она говорит, а какая разница, что он 2 часа мертвый, что 5? Он говорит, ну по сути да. Принесла его, мы, говорит, вместе с командой возложили руки, начали молиться. Ребенок ожил. И такие случаи, в практике рассказывает, ну как будто бы... Как естественно. Отличительные черты дара веры от дара чудотворения. Эти два дара на самом деле похожи, но они отличаются только тем, что дар чудотворения – он вызывает чудеса при действии, при содействии человека. А дар веры при пассивном участии. То есть дар чудотворения активен в то время, как дар веры пассивен. Один дар творит, а другой принимает.
Чудотворение – это действие, а дар веры – это больше процесс. Чудотворение осуществляет чудо, тогда как дар веры, он принимает чудо. Обратите внимание, что Писание говорит, иному дал Бог дар чудотворения. То есть, когда вы совершаете чудо, это творение чуда. Но когда принимаете чудо, вы его не творите, это дар веры. Итак, дар чудотворения. Центральная истина. Чудо – это сверхъестественное вмешательство в привычный ход событий. Временное подавление привычного порядка Духом Божьим. Что такое чудотворение? Можно смотреть, например, на красоту заката солнца и говорить, ну, чудо, ну, это и правда чудо, да? Можно смотреть на красивые растения, цветы и говорить, что это чудо, ну, по сути, да, это чудо. Можно, например, обратить внимание на то, как, ну, например, 100 лет изобрели пенициллин. И своего рода тоже ведь чудо было. Но это все не является даром чудотворения. Это не является даром чудотворения. То есть, когда вода превращается в вино в результате природного процесса, это естественное чудо. Но когда вода превращается в вино от сказанного слова, как это написано в Иоанна во 2 главе, это результат духовного дара чудотворения. Четвертая книга Царств, 2 стих. После того, как Илия вознесся на небо в огненной колеснице, Елисею досталась его милость, и он ударил ей по водам Иордана и разделил воды ударом милости. И это было чудо, потому что было вмешательство в обычный ход или порядок природы. Следовательно, чудо – это сверхъестественное вмешательство, я еще раз просто повторюсь, в привычный ход событий, временное подавление привычного порядка, прерывание природного хода событий благодаря действию силы Божьей. Чудотворение в Ветхом Завете. Например, оно было использовано для избавления народа Божьего из египетского рабства. И мы видим действие этого дара, когда Бог убеждал фараона отпустить Израиль. И там произошел целый ряд чудес. Когда Аарон бросил свой жезл, и тот превратился в змею. Это было чудотворение. Когда пыль превратилась в мошек. И последовали остальные язвы, это было действием дара чудотворения. Моисей простер свой жезл на море, оно разделилось, это было чудотворение. То есть божественное вмешательство в привычный ход событий. И точно так же мы видим, как с даром веры, дар чудотворения, он был для того, чтобы обеспечивать, то есть для обеспечения. Например, служение Илии, 3 Царств, 17 глава. «Жив Господь Бог твой, у меня нет ничего печеного, а только горсть муки в катке и немного масла». Все помните эту историю из Библии. «Вот я наберу полено 2 дров и пойду, приготовлю для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илия, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня. И принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после. Ибо так, говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла и сделала так, и кормилась она, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию». То есть, смотрите, в принципе, то же самое, что дар веры, но только при участии человека. Дар чудотворения. Когда он пришел и сказал, так Бог говорит, сделай вот это, и мука не кончится, и масло не источится. То есть, при участии человека, и она поверила, сделала, и дар чудотворения сработал. В служении Елисея, 4 книги Царств, когда одна из жен сынов пророческих говорила, что «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что он боялся Господа, и теперь у нас долги, и придут за долги, заберут все».
Что сделал Елисей? Он сказал: пойди, собери кувшины, возьми, которые у тебя есть, возьми у соседей, закройся и начинай наливать. То есть делай действие. И опять-таки, благодаря этому действию происходил дар чудотворения, то есть происходило обеспечение. В Новом Завете, когда Иисус взял еду у мальчика и накормил ей 5000 человек, после сего собрали 12 корзин остатков. Иоанна 6 глава. Также чудотворение, оно использовалось для того, чтобы подтверждать проповеданное слово. Когда Павел проповедовал на Кипре, ему противостоял Елима Волф. Павел через действие силы Божьей в даре чудотворения поразил его слепотой. И это было знамением для других. Деяния 13 глава. Но в этой ситуации вместе с даром чудотворения также еще сработал дар развлечения духов. Потому что прежде он сказал: «О, исполненный всякого коварства! Я вижу тебя в узах» и так далее, и так далее, и так далее. Сначала был дар развлечения духов, потом вместе с ним был дар чудотворения. Когда Иисус встал на лодке во время бури на море Галилейском и сказал: «Умолкни и перестань», также был дар чудотворения, который был вместе с даром веры. Дар веры ему позволял спокойно спать и отдыхать при буре. Дар чудотворения позволил ему встать, запретить, и буря перестала. Аминь. Это обстоятельства, которые были причиной опасности, и дар чудотворения защитил их. Чудотворение, оно демонстрирует силу Божью и Божье величие. Помните историю, когда Иисус, проходя мимо смоковницы, проклял ее, и она засохла. Это был дар чудотворения. Это не был дар проклятия. Ну, кстати, там, если вдруг кто-то думает, такого дара проклятия нету. Это было чудотворение. Он сказал, и она засохла. Один служитель, Джеймс Малоуни, рассказывал, как у него во время одной из миссионерской поездки в Индию было чудо, когда они молились за людей, за местных аборигенов. И он говорит, у одного мужчины не было руки, просто было плечо, и из плеча торчала кисть. То есть, понимаете, да, из плеча торчала кисть. И он говорит, когда это, говорит, видишь, лучше на это не смотреть, закрывать глаза, чтобы молиться. И он говорит, мы молились за всех. И пришло время до него, говорит, как бы я его ни обходил, все равно пришлось за него молиться. И он говорит, когда возложили на него руки, он говорит, я закрыл глаза. И вдруг, говорит, что-то, говорит, мне, говорит, в лицо ударило. Свидетели рассказывают, которые не закрывали глаза. Они говорят, когда на него возложили руку, у него, говорит, из плеча, говорит, рука вылезла. Она вылезла и ударила, говорит, его. Произошло чудотворение. Кто-то хочет чудотворить. Не чудить, а чудить мы все умеем. Чудотворение. Кеннет Хейген рассказывал историю, ну, вернее, кто-то о нем рассказывал историю, когда мужчине, у которого не было ног, костыли, он сказал, иди в магазин в обувной, купи себе обувь. И для того это было издевательство. Ну, в смысле, ты издеваешься, что ли? Ты не видишь? А тогда другой вопрос, а зачем ты вышел помолиться? Что ты хотел-то? Иди в обувной магазин и купи себе обувь. Он разозлился, говорит, ну ладно, пойду. Пришел в магазин, ему говорят, что вы хотели? Он говорит, обувь купить. Менеджер посмотрел на него, говорит, что, в своем уме нет?
Но говорит, ладно, какой вам размер надо? Не знаю, костыли какого размера. Он говорит, ну давайте вот такого-то размера. И когда он ногу сувал в обувь, происходило чудо. Произошло чудо, появились ноги. Дар чудотворения. Это вмешательство в привычный ход. То, что нереально. И Бог сказал в своем слове, что мы также будем чудотворить. Аминь. Вообще, кто в это верит? Что дары, они доступны. Аминь. Дары доступны. Этот же, вот, о котором я говорил, Дэвид Хоган, он рассказывал, как во время одной конференции вывезли человека на коляске. Он говорит, хорошо, что иногда я не знаю, какие у них проблемы. Он говорит, я подошел к нему, взял, говорит, его обнял и ходил, говорит, так вот с ним по сцене. Ходил и проповедовал. Потом чувствую, он тяжелеет, что-то я устал. Кинул его обратно на коляску и дальше ходил, проповедовал. На следующее утро конференция продолжалась. К нему своими ногами приходит мужчина. Он говорит, вы за меня вчера молились. А что у тебя было? Он говорит, вот отсюда и ниже костей вообще не было. Костей вообще не было. Он говорит, ночью вдруг, говорит, у меня весь организм начал гореть. Все тело, жар по всему телу, огонь. И чудо сотворения, оно сотворило ему кости. Он встал и пошел своими ногами. Чудотворение, это чудо сотворения. Когда Бог творит через дар чудотворения. Аминь. Чудо. Это чудо. Когда верующие в этой Мексике собрались, и было нашествие саранчи. И он говорит, такое было нашествие, что она метровым слоем лежала. И она приближалась. И позвонили ему, говорят, приди. Он пришел. Помолись за наш урожай, чтоб его не съели. Он говорит, мы согласились и помолились. На следующий день саранча напала. Когда саранча улетела, оказалось, а там бобы они выращивали. Что говорит, бобы остались, а все вот это вот то, что вокруг, сорняки, она все съела. А у остальных съела все абсолютно. Произошло чудо. Они говорят, через некоторое время была засуха, 2 года не было дождя. Мы, говорит, собрались, говорит, помолились. Он говорит, я пришел, говорит, помолился. И, говорит, с этого вечера, ну, он не так немножко рассказывал, он говорит, я помолился и ушел. Через некоторое время, приезжая в эту деревню, у них праздник. Накрыты столы, они радуются. Он приходит, говорит, что случилось? Они, говорит, представляешь, после того, когда ты ушел, каждый вечер, приходило облако и поливало только огороды верующих. И говорит, нигде не было урожая у одних верующих. Поэтому через это не только они питались, но они еще стали преуспевающими. Слышите? Дар чудотворения. Вы знаете, чем я... Это, я не говорю о том, что вот только слушать, вот знаете, как вот такая нехорошая пословица есть, дурень думкой богатеет. Я не о том, чтобы вот слушать и говорить, ой, как вот там, ой, как там. Я о том, чтобы когда ты это слушаешь, чтобы дух, он возгревал тебя. Он внутри возгревает и говорит, я тоже этого хочу. Я тоже хочу, чтобы слава Божья, она была, когда я возлагаю руки, когда я прихожу, молюсь, когда я провозглашаю, аминь. Недавно смотрел небольшой ролик. Аллан молился также за человека, у которого не было легких и ребер. Это все снималось на камеру. Он за него помолился, тут же стоял врач, который подошел и зафиксировал, что он начал дышать, и у него появились ребра. Прямо на служении.
дар чудотворения. Бог творит чудеса. И Он это хочет делать через верующих, через тебя, через меня. Аминь. Иоанна 14 глава написано: «Истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Причина, по которой дары должны действовать в твоей жизни, потому что Иисус ушел. И все, что нужно оставить, Он оставил, это Духа Святого. И есть 9 даров. 3 из них, которые, это дары силы. Дар веры, дар чудотворения и дар исцеления. Дары исцелений. Целью даров исцеления является освобождение больных и разрушение дел дьявола в теле человека. Бог дает дары исцеления для сверхъестественного исцеления болезней без использования природных средств из любого источника. Повеление об этом написано в Матфея 10 главе 8 стих. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром давайте». Конечно же, слава Богу за медицину. Я имею в виду за хорошую медицину. Слава Богу. Ну, за среднюю тоже, как бы так вот, слава Богу, но с натяжкой. Хорошо, когда есть технологии, достижения. Слава Богу. Но сверхъестественное исцеление наступает не в результате диагноза или прописанного лекарства. Оно наступает в результате возложения рук, помазания елеем, а иногда просто через сказанное слово. Я верю в сверхъестественное исцеление. Я верю в простое исцеление, что можно получить через докторов, через медсестер, там, через таблетки. Но я верю, что есть сверхъестественное исцеление, о котором говорит Библия. Во-первых, дары исцеления написаны во множественном числе. Дар веры, дар слова знания, дар слова мудрости и дары исцеления. По какой причине они написаны во множественном числе? Есть такая теория, что дары, которые получали служители Божьи, когда они между собой рассказывали или свидетельствовали, вот что выяснилось, что у каждого есть дары исцеления, то есть дар, который направлен на определенную категорию болезней. Например, Кеннет Хейген говорил, что когда он молился, проходили грыжи и опухоли, и почти каждый 9 из 10 получал обязательно исцеление. Но когда он молился за что-то другое, то было очень сложно исцелить или иногда невозможно. Другой же человек рассказывал, что он просил у Бога силы для того, чтобы глухие начинали слышать. И когда глухие начинали слышать, он потом рассказывал, что, говорит, остальные практически не исцелялись. Но зато глухие, которые приходили, они практически 100% все получали исцеление. Может быть, потому что этот дар, он направлен, ну, разные дары исцеления, то есть, может быть, потому что направлены на разные категории болезней, поэтому во множественном числе. Либо из-за того, что разные способы исцеления, то есть через сказанное слово, через возложение рук, через веру, через помазание елеем, но так или иначе это дары исцеления. Дары, которые дает Бог. И вот вопрос, которого ответ сегодня важный. А что, если у меня нет этого дара, дара исцеления? Смотрите, что такое дар? Это когда Бог дал человеку по своей милости, благости, по любви, ну, просто дал подарок, этот дар.
Он незаслуженный. Он не заслужился, не заслужен, он не заработан. Он просто получен. Человек не прилагал усилия, не напрягался, он просто получил дар. Пришел дар, это знаете, как, например, дар пастора. То есть, ну, это дар, который пришел и в котором внутри уже все есть. Иногда люди говорят, как ты так вот можешь так вот со столькими людьми общаться, каждому ответить? Я не знаю. Это просто вместе с этим даром все пришло, остальное автоматом. Я не знаю, как это просто это дар. Без дара, ну, очень сложно было бы все это делать. И то же самое с исцелением. Когда Бог дает дары, там, будь то чудотворение, будь то дар веры, будь то исцеление, Он дает этот дар. И человек не прилагал усилия и не напрягался, но при этом он возлагает руку, и этот дар сам действует. Понимаете, о чем я говорю? Это действие дара. Он происходит так, действие дара. И знаете, что меня больше всего, так маленько не по-христиански, но я все-таки это скажу, знаете, что меня больше всего раздражает? Когда человек, у которого есть дар, начинает учить, как его получить. Вот надо во столько-то встать, столько-то надо помолиться, а вот столько-то попоститься, а вот столько-то вот этого сделать. Да с чего-то ты взял? У тебя это просто дар, ты за него не напрягался. Это все равно, что я буду учить, что нужно сделать, чтобы стать пастором. Откуда я знаю? Это Бог просто должен взять и дар тебе такой дать. Вот и все, аминь. Но, я возвращаюсь к своему вопросу. Дар это то, что дал Бог. Дал дары, написано, мы прочитали в Коринфянам, раздает каждому, как ему угодно. А что, если у меня нет этого дара? Мне что тогда, не молиться? Мне тогда что, руки не возлагать? Послушайте, когда нет дара, то применяй на основании общей веры, то есть веры в Слово Божье. Потому что если в Слове написано, то читай, практикуй, возлагай руки. И вместе с тем, как будет расти твоя вера, будут расти и, то есть, процесс самих проявлений. Исцеление ли, чудотворение ли. То есть это называется на основании общей веры, твоей веры. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Если нет дара, если я подхожу, руку просто так вот возложил, не напрягайся, человек не исцелился, то практикуй. На основании веры, то есть поднимай свою веру, читая Слово. Читай, где это написано. Смотри, где в Библии написано, ранами Его вы исцелились. И поднимай свою веру и практикуй. Подходи, возлагай руку и говори, Слово Божье говорит, что ранами исцелились. Написано, возложат руки на больных, они будут здоровы. Практикуй это, пока вера твоя не начнет подниматься. И тогда ты будешь исцелять не на основании дара, который в тебе есть или тебе нету, а на основании твоей веры, которая приходит от Слова Божьего. Аминь. Практикуй. У меня нет даров исцеления. Ну, вот, как бы вот так вот не задалось оно. Признаюсь честно. Хотелось бы, конечно. Так вот, махнул одной рукой. Одни исцелились, второй рукой чудотворились. Ну, вот как-то вот не задалось. Но вы знаете, это не значит, что я не молюсь, а люди не исцеляются. Это не значит... Одна сестра пришла, ну, немножко свидетельств, чтобы уже как бы не только о ком-то говорил. Одна сестра пришла и говорит, у меня, говорит, мигрень, целый день голова болит, вот целый день, да даже тряхнуть не могу, пришла такая вся, как асфальт. А мы собрались на молитву. Я говорю, хорошо, давай помолимся. Возложил руки, помолился, и все, общаемся дальше. Она подходит, говорит, пастор, голова не болит. Я говорю, слава Богу, разговариваем дальше. Она говорит, подожди, подожди. Голова-то не болит? Я говорю, да, аллилуйя, слава Богу. И дальше разговариваю. Она говорит, подожди, ты не понял, у меня целый день голова болела. Я говорю, подожди, значит, ты чего-то не поняла. Ты подошла-то для чего, чтобы я помолился? То есть ты подошла, попросила помолиться, для чего? Чтобы просто как бы восполнить какую-то неполноценность, что ли, чтобы тебя заметили или чтобы ты исцелилась. Чтобы исцелилась, ну, тогда слава Богу, радуйся. Аминь. И... Иногда вот, когда вот человек просит за него помолиться, он даже как бы и не ожидает, что это должно произойти. Но это если даже, послушайте,
Если даже за тебя молились уже много раз, может быть, сама молилась, сам молился, и не получал исцеления, и ты, может быть, сейчас уже в состоянии, что ты не чувствуешь, не веришь, что ты его получишь. Мы будем молиться, мы будем верить за тебя. Аминь. Ну, еще несколько примеров. На молитвенную пришла сестра и говорит, у нее подружка с работы попросила помолиться, неверующая женщина, помолиться за ее мужа. Муж лежит в реанимации, по-моему, месяца три, она сказала. И его хотят уже отключать от аппарата искусственного жизнеобеспечения, потому что не подает никаких признаков жизни. И вот попросила помолиться. Я говорю, хорошо, мы практикуем молиться за материю, потому что в Библии написано, что опоясания с тела апостола Павла возлагались на больных. И куда мы не можем пойти, мы идем, молимся так. А куда не можем попасть, мы просто молимся за платочки. У нас есть хорошая сестра, которая эти платочки шьет. Мы потом их достаем, за них молимся, возлагаем руки. И вот такой платочек мы передали через нее. Ну и, соответственно, как это бывает, забыли. Ну, помолились и помолились. Через некоторое время обратная связь нам рассказывает. Она передала этой женщине платочек. Жена пошла в больницу. Ее не пустили к мужу, но через медсестру она все-таки передала. И та ему под подушку этот платочек положила. И как только положила, на аппарате стрелки начали дергаться. В этот же день муж пришел в себя. А через три дня его уже на следующий день его выписали в палату интенсивной терапии, а через три дня его выписали уже из больницы. Хотели отключить, чтобы он умирал. Слава Богу! Аминь! Через некоторое время, буквально немного прошло времени, у нас круглый стол там в администрации города, там что-то там по семейным ценностям. Мы собрались, там много всяких руководителей, несколько наших, и человек, который был там с камерой, который освещал все это происходящее, женщина. И она подошла, знала, что мы верующие, подошла и говорит, у меня мама в коме лежит. Неделю она, по-моему, сказала, что ли, или две ли недели. И она плохая, вы не могли бы за нее помолиться? А тут пока еще немножко времени было, я всех собрал, говорю, давайте согласимся. И все, помолились, благословили маму, провели круглый стол. А это как раз было время, я его запомнил, потому что это было в том году, когда я здесь вел библейскую школу. Как раз после этого круглого стола я поехал к вам сюда на библейскую школу. И по дороге еду, половину пути проехал, где-то возле Невьянска. Мне звонок, там один из моих помощников звонит и говорит, пастор, сейчас только что эта женщина, за которую мы молились, позвонила мне, она пришла в больницу, мама ее вышла из комы, и врачи сказали, что было это время как раз, когда мы помолились. И я понимаю, что когда один раз получилось, потом это уже происходит, ну, скажем так, веры у тебя уже на это больше. Я не хочу сейчас, знаете, какие-то догмы делать, там, что это получится уже обязательно, нет, но это получается уже проще. Если один раз исцелил от насморка, в следующий раз уже будет проще. У меня про жену легенды ходят, от нее прыщики сами убегают. Вот она, любитель молиться. Всякие фурункулы, вот эти вот, как они называются, ячмень, да, там, всякие нарывы. Вот я всех к ней отправляю, я и сам к ней прихожу. Как когда чувствую, что это начинает зудить. Я говорю, ну-ка, давай, жена, быстро молись, мне нельзя на проповеди стоять с таким глазом. И все, она палец в глаз тыкает, говорит, ну-ка, во имя Иисуса. И все проходит, все, это специалист. Но вы знаете, вместе с этим, конечно, бывает и негативный опыт. Эта женщина, о которой я рассказал, которая вышла из комы, у нее был рак 4-й степени, и она через некоторое время умерла. Успела там сделать завещание, какие-то
там советы дать, но уже в возрасте была. И у меня, знаете, был вопрос. Я всегда анализирую, я всегда задаю себе вопросы. Я говорю: Господи, вот как так? Я уверен, что это Ты ее по нашей молитве вывел из комы. Неужели нельзя было сразу же и вот исцелить от рака? И вы знаете, рак – это мой личный враг. Прямо личный. Вот я объявил ему, что он личный мой враг. И я все равно с ним разберусь. У меня пока не получается. Пока. Но это не значит, что я сдаюсь. Я всякий раз, я тренируюсь. У меня мама заболела раком. И был рак пищевода. Я за нее молился, я стоял до конца. Конечно, там врачи говорили, что столько времени она прожила, это вообще чудо. То есть ей давали раза в три меньше. Но как бы для меня это мало успокоения. То есть я-то хотел полного исцеления. Конечно, были чудеса. Конечно, вы знаете, когда человек уже на наркотиках и не может там 3 часа без них провести, а по моей молитве всю ночь проспала, это чудо. Они просто закончились и не знали, что делать, позвонили мне, я пришел, за маму помолился, она с вечера до утра спала, вообще не просыпалась. Конечно, чудо, но почему не исцелилась, я не знаю. После того, как мы ее похоронили, был некий упадок. Вот прямо такое чувство, я не то что, вот как будто ты проиграл, и такое состояние какое-то, я, знаете, как будто проигравший человек. И через некоторое время я пообщался, к нам приезжал там брат благословенный, пророк Хэри. Я с ним пообщался, он помолился за меня. Через некоторое время у меня опять новая пришла сила, энергия. Через какое-то время у меня отец той же самой болезнью заболевает. Той же самой. Я стою за него. Я молюсь за него. Слава Богу, они оба приняли Иисуса Христа. Слава Богу, исповедовали и молились. Через какое-то время он умирает. И вы знаете, я хочу сказать, что у меня появилось правило. Хотите, поделюсь? В книге Евреям написано во 2 11 главы, что все сии умерли в вере. Читали? Не получив обещанного. И я для себя понял. И сделал вот какой вывод. Лучше я умру, стоя в вере, не получив обещанного, чем я буду жить в неверии. Слышите? Лучше умереть, стоя в вере, не получив обещанного, чем жить в неверии. И мне кто-то может сказать, и мне, знаете, иногда приходит дьявол, ну, может быть, не дьявол, какие-то бесы, знаете, приходят в виде мыслей. И постоянно, а если не получится? А вдруг и этот не исцелится? У нас недавно в церкви одна сестра заболела точно такой же болезнью. И знаете, что первое сделал дьявол? Он пришел и сказал: ну что, молиться-то будешь? Еще раз проиграть хочешь? И я немножко ошарабел. Думаю, ну как-то, ведь 2 проигрыша уже. 2 раза сдался. И вдруг мне приходит дерзновение. Я говорю: лучше я не получу обещанного, но я буду стоять в вере, чем сдамся и буду жить в неверии. И я сказал этой сестре во всеуслышание в церкви. Я сказал: я тебя не отдам смерти. Сказал: иди сюда, будем молиться за тебя. Она вышла, за нее молились. Я за нее молился. Она пережила такую силу, она под силой Божьей упала, ее трясло все. Вы знаете, прошло уже столько времени, она приходит на каждую молитву, на каждое собрание, она сияет, она светится. Гипотетически должно быть уже все плохо. Но я сказал: дьявол, ты мой враг. Рак, ты мой личный враг. Я все равно дойду до того состояния, когда ты будешь выпрыгивать из людей. И не потому, что
Я хочу какой-то славы или еще чего-то, потому что Бог так сказал, что верующие, когда возложат руки на больных, больные будут здоровы. Они должны быть здоровы во имя Иисуса. Аминь. И тут буквально недавно, может быть не рак, но тем не менее, меня позвали в одну семью. Бабулечка со снохой, верующие в церковь ходят, а отец с сыном, ну как бы, так, знают, но скоро придут, короче. И вот глава семейства, мужчина, 82 года, что-то там понаклонялся, поубирал снег, и его так сильно стукнуло, что что-то позвоночник и в ногу дало, ходить не может. Поехали в одну больницу, сделали снимки, рентгенты, еще что-то. Говорят, ну это, понимаете, возраст уже, ну да и бесполезно. Повезли в другую больницу, то же самое. В общем, все отказались, выписали домой. То есть ничего сделать не можем. А он уже ходить не может, на ногу наступать не может. Что делать? Ну, конечно, пастору звать, кого еще? Прихожу к ним домой, там столик накрыли, все постное, хорошо, слава Богу, как раз пост был перед Пасхой. 82 года, такой хороший живчик, а на ногу ступать не может. Из дома не выходит уже месяц, вообще не выходит, потому что ходить не может. Я говорю, давай, говорю, пообщаемся, Валентин Семенович. Зашли в комнату, пообщались, помолились, я возложил на него руку. Я чувствовал, как сила Божья сошла, и я видел, что он тоже это чувствовал. Мы вышли, сели за стол. Пока разговаривали, он что-то там рассказывал истории из их семьи. И подскочил, чтобы пойти за альбомом с фотографиями. И когда встал и пошел, он вдруг остановился, у него лицо вытянулось. И глаза округлились. Он говорит, не понял, а куда, говорит, боль шла? И он стал ходить, прыгать, приседать. Он говорит, нету боли. На следующий день, да, слава Господу. На следующий день сноха его рассказывает, мы просто встретились. Он обошел вокруг дома, сел на машину, ну, вокруг дома многоквартирного, и поехал в свой дом. А еще через несколько дней он уже опять там с лопаткой убирался, там еще что-то делал. Бог его исцелил. Бог целитель. У меня нет дара исцеления. Но просто по мере того, как я читаю слово, по мере того, как я слушаю свидетельство, это возгревает мой дух. Я понимаю, что дьявол, он не имеет права, потому что эти дары, они даны для того, чтобы мы были исцелены, мы были здоровы. Аминь. И если хоть кого-то я исцелю, это значит, Бог от этого выиграет, а дьявол проиграет. И чья-то жизнь, она будет, ну, немножко радостней, чем была до этого. Аминь. Еще раз прочитаю это же место, Иоанна 14 главу. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Чего? Если чего попросите во имя мое, то сделаю». Вы когда-нибудь просили чего-нибудь у Бога? А чего? Господь, благослови меня, дай денег, дай квартиру, машину. Послушайте, как вообще вот важно свой разум настроить относительно Слова Божьего. То есть это мы называем по-библейски «просить по воле Его». Оно неплохо. Я верю, что Бог благословляет, слава Богу, но это то, что приходит, это то, что вторично. А первично – если уж просить то, что говорит Слово Божье. Лучше все-таки об исцелении. Аминь. О чудотворении. О спасении. Просить даров Духа Святого. Мое личное откровение. Я просто получил его для себя, и оно для меня как стержень. В Исаии написано, «И будет в тот день снимется с рамен твоих бремя его,
и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука». Я однажды просто это получил, что от тука, то есть от его помазания, от его присутствия, разрушается всякое ярмо. Я просто это получил, оно пришло в дух. И поэтому для меня так важно поклонение, для меня так важно в его присутствие приходить. И если я стою, я просто это для себя чувствую, что иногда я просто стою, и у меня нет ничего, что дать этому человеку. Я ничего не могу сделать, и если будь моя воля, я бы просто в некоторых случаях убежал бы. Но как только я исполняюсь Духом, как только Дух Святой сходит, я чувствую, как из этого боязливого человека я превращаюсь во льва. Я говорю болезни, и она уходит. Говорю, исцелись, и человек исцеляется, как когда Дух Святой приходит. Я не говорю, что в 100%, но это происходит. Слышите? И мы сегодня будем молиться. Будем за вас молиться. Со служителями, с пастырями. И я верю, что Бог здесь, чтобы исцелять. Слышите? Какая бы у тебя болезнь ни была, чем бы ты ни болел, какая бы ни была хроническая, я однажды лег в больницу с позвоночником. Так он мне уже надоел, решил лечь в больницу. И знаете, что мне врач говорит? После того, как меня обследовали, проверили, он говорит: ну что, смирись, теперь ты наш пациент, 2 раза в году будешь у нас точно лежать по-любому. Или прокалываться. Потому что вот когда мы были обезьянами и ходили вот так вот, так мы и должны были ходить. А вот эволюционировали, теперь у нас от этого все проблемы. Я сказал: о, лучше я не буду болеть, чтобы верить в эволюцию. И уже много лет прошло, я еще там ни разу не был. И слава Богу. Слышите? Я просто верю, что Бог исцеляющий. Бог исцеляющий, Он дал дары. И вторая группа даров – это дар чудотворения, дар веры, дар исцеления. Это дары силы, которые должны присутствовать в церкви, которые должны присутствовать в жизни верующего. Если нету, просто практикуй, поднимай свою веру. Но они все равно будут, они все равно будут проявляться. Может быть, поначалу помалу, но потом все равно я верю, что церковь, слава последнего храма, она будет больше, чем первого. Все равно величие Божье, оно должно проявляться через исцеление, чудотворение. Это должно происходить, драгоценные. Я бы хотел сегодня начать молиться с тех, кто хронически болен. Хронически. Кому сказали, что это у тебя навсегда. Мы будем молиться с братьями. Мазать елеем, потому что Писание говорит: помажете елеем. Это один из процессов, через который Бог исцеляет. И если у тебя какая-то хроническая болезнь, приходите сюда вот вперед. Вставайте.